Ой, Кукульканыч, слушайте, но все равно Кукулькан классный, блин, Кукулькан сильный и... Не знаю, если мне дадут фармиться, у них джангл, блин, вот единственное то, что у них Танатос, это, конечно, У нас Кали это неплохо. Кали это неплохо. Алексей опять взял мага на соло. Чувак, ну блин, вот Анубис не сработал, ты решил другого мага взять, зачем? Ты либо троллишь меня. Так, мир в мьют. Да, сейчас быстро книжку настакать, и все будет хорошо. И тогда все будет хорошо. Анубис против Агни. А, ну тогда ладно. Тогда может и сработает, кстати. Ладно, пожелайте мне удачи. Ставьте лайки. Юзайте колокольчик на канал. Именно из-за Кукулькана. Нет, на самом деле, если мне дадут фармиться... Если мне будут фармиться, то я накажу. Ну, я, вы поняли, да, буду наказывать, как? Я уже мисснул. Наша задача поднимать ММР, ребят. Все, сейчас все идет в ММР. Я не знаю, дикое желание поднимать ММР. Я не знаю даже зачем. Че не подралась? Ладно. Да пойдем, ну Кали, ну пожалуйста. Ну... Да нам нахрен эти маленькие мопчики нужны твои. Все, пойдем за красным. Просто за красным и все. Я считаю то, что новый скин на Изанами очень похож на Харли Квинн, и это отсылка. Да, по цветам это, наверное, не она, но образ это в цвет ее. Так, я поставлю вард для нашего джанглера. Я надеюсь, что он знает, для чего нужен этот вард. И у него все получится. Короче, после этой катки я иду квалиться Valorant, ребят. Максимум, кто может остаться и помочь мне, просто хотя бы в общении, чтобы у меня жопа не сгорела, я буду очень рад вас видеть. Даблкил. Понимаю. Не хочу сейчас с ним драться, типа, крипов тогда не смогу запушить. А, ну я и так с ним подрался, да? Блин, он уже подвойка не замедляется, да? Я почти убил Мерлина. Мне кажется, мне сейчас такая габелла будет. Я лучше отойду. Чего, чего, как всегда, все нормально. Да, я поэтому и отошел. Я думал то, что он сейчас убьет крипов, понял, в джангле. И все, и мне габелла. Блин, почему дуо так у нас этот... Дуо обосралось вначале, блин. А это дезмораль лютая вот в этих рангах, блин. Ну ё, ну крипчики, ну зайдите-то вы, ё, будьте людьми. Мерлин слабый, не знает, как комбить. Но либо он не слабый, а просто типа тупанул хз. Да я понимаю, что против Сильвануса тяжело, но это вначале тяжело, а потом будет легко. Ну, из-за наличия Танатоса, да, наш пик гораздо слабее. Все совершают ошибки, да... Это прям ауф. О, Стеринекс, ты вернулся. А как нужно дуо называть, я не знаю. Типа длинная, короткая, ты вот из этих, что ли? А я не знаю, токсики или нет. Я там Эмир начал спамить, я его уже замьютал. Может, он и токсик, кстати.
Широкая линия и узкая, ё-моё. Харвар, 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 харвар. Артур или Тир? Блин, я бы на Тира поставил в один на один, конечно. А там уже ХЗ. Все, быстро стакаемся. Хорош, Каля, хорош. Танатоса приговорила. Но не понимаю, как люди получают такие классные скины в донатисе. Да, жестко донатим. Я... У меня надоначено в Смайт 1040-50, наверное, рубасов за 5 лет игры в Смайт. Типа, это вроде как и не мало за 5 лет, а вроде как и для одной игры это очень много. Но я очень любил Смайт в свое время. Сейчас пыл поутих, но я все равно люблю Смайт, конечно, жестко. Че, будем драться раз на раз? Здорово, вот это снайпер. Мы все его рабы, да, скорее всего, да. Вот это я его пригустил чутка. Нормас, нормас. Он вообще растопился, вы видели как? Жестко. Это было вкусненько. Я все беру, ребят. Все боевые пропуски, просто я один не выфармил, потому что делал перерыв от смайта. И пропустил пару Одиссей уже, две, по-моему, потому что денег не было. У меня сейчас нету денег. Я типа хочу скупить вот эту до сих пор с Хоуэ, типа. Но типа лол, я не хочу полторы тысячи тратить. Я игры покупаю, другие для стримов, там, для всего такого. Сейчас меня здесь приговорят, чекайте. О, скомбил. Сейчас убьют Агни. Стойка после ульты меняется. Да, и, по-моему, через эмоцию можно поменять, если не ошибаюсь. Но мне Хоуи нравится. Я ж АДК мейнер все-таки. По-моему, через эмоцию можно. Блин, 9 секунд. Да, через эмоцию можно. Привет, фокусник, фокусник. Очень крутой. Новый батл пас очень крутой, ребят. Я его буду разыгрывать и сам себе в любом случае куплю в первую очередь, как он выйдет. Это очень большой шаг для хайрезов и для смайта. Коллаборация, поймите. Ё-моё. Блин, был бы сейчас у меня этот полиномикон, он бы умер. Так. Уже Гимас отлаз. Не, это будет топовый батл пас. Один из лучших, наверное, вообще, который выходил в смайте. Ну, как по мне. Очень крутой. Ну вот как легко стоять кукульканом, господи, как легко. Вот вообще ты стоишь и вообще не напрягаешься. Да-да-да, Волховчанин, я про аватар. Я считаю, это очень серьезная коллаборация для Смайта. Коллаборация с Никелодеоном. Я вам больше скажу, это первый раз за всю историю, вот сколько я в Смайт играю, 5 лет, чтобы я видел рекламу Смайта на других ресурсах. У меня в Телеграме была реклама Смайта на одном канале, где я новости беру. У меня в ВК было 2 или 3 группы больших, где появились новости о Смайте. Первый раз за 5 лет. Это очень круто. Правда, комменты там, конечно, были жесткие. Типа, а что, еще кто-то играет, что ли, мне? Вот, но все равно. Постоянно вардим себя мид, потому что у нас нет эскейпов. И, ну хотя там есть Танатес, нам эскейпы вряд ли помогут, конечно. Домой, просто домой. Какой же Мерлин слабый, или либо какой же я сильный? Что там было?
Брат, я не знаю, что ты мне майкуешь. Он тратит просто эскейп неправильно. Мерлин максимально неправильный эскейп тратит. Здрасте. Здрасте. Хорошо, хорошо. Хорош, Артик. Пришел, харкнул. Ну, пришел, харкнул, да. Ну, а что поделаешь? Это была необходимость. Блин, забыл сколок поменять. Конечно, первое впечатление, когда я увидел новый Battle Pass с аватаром, было такое, типа, блин, они ведут аватара в игру. Я так обрадовался. Думаю, блин, ну камон. Вот это первое впечатление, когда именно картинку увидел, поняли? Потом, когда я понял, что это просто, ну, типа, скины, конечно, ну, не так рад был. Новый Battle Pass. Ребят, всю инфу вы можете в группе Smite Pro чекнуть. Там очень много инфы, которая вам нужна будет. Здорово. Здорово. Я ее просто с руки убил. Грамотно. Ой-ой-ой-ой-ой! Сколько урона пришло. Ой, вот это ганги. Вот это мидер, вот это кукулькан. Вот так нужно ММР поднимать, ребят. Ух, на кукульканах. Хорошо, хорошо. Даже Gold Fury замешкалась. Я мисс. Просто кайф, знаете в чем? Вот этого аватара Battle Pass. Там мало того, что будет вот эти скины, да, прикольные, крутые, аватаровские и все такое. В Battle Pass снова будут премиум левелы, я так понял, как раньше было больше, чем 60, то есть 120. И в премиум левелах будет именно стили для этих скинов. Они реально делают то, что делают Fortnite. Они реально перенимают вот эту практику Fortnite и переносят ее на моба игры. То есть они в этом Battle Pass не сделали реколор. То есть аватар и реколор другого цвета. Они именно шмотки меняют, добавляют элементы какие-то, у них там глаза светятся. Это минимум, ну, минимальное как бы изменение, но это изменение в первую очередь, и это очень круто. Да, на сайт Смайта, конечно, можно. Они будут доступны со следующего патча. Ребят, я не помню, какого он числа, правда. Сейчас Аня, если ссылку кинет, там будут все эти даты. Как же замедляет, да, тебе, брат, это все дело? Домой! Ой, вот это ульт был. Да, в игре можно посмотреть, когда кончается нынешний Battle Pass, тогда будет следующий Battle Pass. Ой, хорош. Как же я прочитал ее просто. Спасибо за подписку, ребят. Тихо, тихо, ты что делаешь? Мерлин, ты что делаешь? Чуть не задушил, ля. Там вот Танатос, наверное, да, уже был. Да-да-да, там Танатос летел. Хорошо, что я ушел. Не, очень хорошие ганги были и все такое. Имир, кстати, вроде неплохой. Вот аватаровский этот, аватаровский мы будем выфармливать, ребят, с вами. Я очень хочу его выфармливать.
Я умер? Нет. Блин, хотел ульт еще кинуть. А! Да у меня нету Ани. Ой, волчица, Аня, говорю. Нету скинов на Изанами, не присылали. Когда розыгрыш? ВКонтакте посмотри. Реколора я уже скинул. Я еще скину по Реколору на YouTube и Twitch. И Реколор еще будет во время Валоранта. Розыгрыш ВК, ребят, на следующий стрим по Смайту. Завтра будет Евротрак симулятор, а по Смайту следующий стрим разыграю еще вам код. Вы главное приходите и общайтесь. Следующего Фенрира нет. Соку с бомбером. Да, да, кстати, вот с киборгом согласен. Соку можно было бы на шабаланке скин сделать. Я был бы рад, очень рад. На двух АДК, потому что я по-любому буду играть на скаде в ее этом скине. Забыл, как она там. Которая с медведем. Как зовут ее, блин? Которая водный маг, ё-моё. Где мой красный? Кора, да, спасибо, вип-джетпак. Кора, да-да-да. Так как я мейню АДК, блин, но тут грех не играть, по-моему. Ой, я и минус Танатос. Смотри, сейчас что сделаю. Смотри, агрессивный кукулькан. Я всем команд... Не смотрите на такого. Я... Я не хотел. Это был не тот агрессивный кукулькан, который должен быть. Это не тот был, подождите. Давай-давай, братик, просто замедли его. Пожалуйста, дай стан. Вот и все. Вот и все. Что это за атака была? Ой, блин. Такаров, Лян. Ну ладно, ну ладно, ну можно так, да можно. Что это было там? Да я 9-1 иду, ё-моё, дайте повыпендриваться-то. Ну слушай, если так буду миссать, то по-любому МР так не подниму. Вообще мне не хватает двух предметов, чтобы просто изничтожать здесь все на карте. Мне нужно копье магов и дособирать полиномикон. Я буду просто изничтожать. Я вам говорю, вообще просто в ноль. А Катару на Хель, и вторая форма будет мага крови. Блин, ну да. Да, мы можем бить. Там Анубис. Я чуть не попутал. Я рано ульт дал, да я думал, он состилил, прикинь. А, мне еще, смотри, мне нужно дособирать полиномикон, копье и в последний слот банкрофт. Уху, я умер. Сука, откуда он взялся здесь, блин? Ну вот откуда он взялся, кто мне скажет? Каким мы проиграем? Здорово, Гэри, здорово. Как Гарри, а я тебя Гэри называю, это как будто понял этот... Из Спанч Боба. Блин, я в Спанч Боба, кстати, поставил себе на Switch. Хочу поиграть. Прыгни, прыгни, похилишься. Ой-ой-ой, как хорошо. А чем она так хилится? Это из-за того, что она... А, у нее Аси. У нее Аси. Все, она все правильно сделала. Могла бы, кстати, подраться. Могла бы подраться. Сейчас катана прилетит, будет больно. Хилься, хилься. А, не, ну тут так. Психологически так. Хибо и еще один транс. В смысле? Но это вы смотрите по стихийно. Там же дело не в стихийно, а в визуале именно. Типа, кто кому как подходит. Чисто Мерлин подошел, мне кажется, к Ангу вообще идеально просто. Идеально. Defend left lane.
Давай убьем его, брат, давай убьем его. Я даже юзать ульт не буду. Так, умрет. Как же хорошо с блинком. Ууу, как же вкусно с блинком. Блин, а вот сейчас блинка нету. А я бы так хотел бы сейчас в Мерлина ворваться. Но он, наверное, с блинком все равно. Точнее, с эскейпом. Уху. Куда они пошли? Блин, прикинь. Прикинь. О, господи. А, это у меня полик сработал. Я думал, нифига у меня оторвало. Бум, бум. Убей, пожалуйста. Ну, ты чё, Алексей? Надо было стрелять. Или ему нечем было стрелять? Шу! 700 урона. На! Хорошо. Слишком хорошо, чтобы было правдой. Ай, кабан! Не зацепил, что ли? Почему Эмир не идет? Эмир, пожалуйста. Как я не попал? Но мы не можем, короче. Что мы не можем? Мы не можем пропушить. Да, у Ареса будет ремодель, ребят. У Ареса будет ремодель. У Ареса будет ремодель, а белки вернут ее орешки. А белки вернут орешки, как бы. Белка рада. Белка была без орешков, точнее с одним. Будет теперь с четырьмя, по-моему, да? Я сам не убью. Брат, у тебя хп нету, да? Я его убью сейчас! Смотри, я его убью! Пошел в жопу его так. Хорошо. А Gold Fury он забрал, да? Или не, мы забрали и Gold Fury. Джероним, ну вообще, как правило, 2 недели, по-моему, после анонса. Хорош, хорош. Ребят, опять напоминаю, пока у вас много, завтра будет Евротрак, симулятор. Мы будем чилить, слушать музыку, радио и общаться со стримером. Поэтому подтягивайтесь, кому кайф. Вот. Послезавтра стрима не будет, и потом снова будет стримы. Спасибо за подписку, ребят. Спасибо большое. Вот, поэтому подтягивайтесь. Будет, я думаю, будет чилово. Но кто был на Евротраке, всем нравится. Нуля не боятся просто. Что еще хотел напомнить? Розыгрыш ВКонтакте скина, не забывайте. Сейчас еще вам реколоров скину. Потом на Валоранте сегодня вам реколоров скину, да. На днях нужно будет какой-нибудь стимовские игры маленькие поразыгрывать, которые мне прислали опять. Вот, что еще вам рассказать? Не знаю. В стиме распродажа, не забывайте. Покупайте себе игры, которые добавляли. Сейчас очень большие скидки. Можно дарить стримеру какие-нибудь игры. Какой мат, ты прошу. Вот. Я не попал ни в кого, что ли, ультой? Понимаю. Ах ты жопошник-то, а. О, господи.
Здорово, Романыч. Спрашивал, когда стримы, и в итоге чё, блин? Чё, блин? Лох, сейчас ПГ заберут. Мы можем проиграть так. У них лейт тоже сильный. Ууу, щит, 1300 урона, домой. Это было так вкусно, так смачно вообще. Вообще прям, можно клипануть. Я, кстати, в Инстаграм выкладываю ваши клипы, ребят. Вот, поэтому можно клипануть. Я выложу обязательно такие моменты. Вообще кайф. Ноускейп, ну вообще да, ноускейп как бы был, ё-моё. Давай по новой, Миша, всё хуйня. Да в смысле, 13-3 я иду, Романыч, куда ж по новой. У них есть Анубис, а я очень жестко должен убивать Анубиса на самом деле. Мне не хватает только нашего группапа. Нет, облик меняется после каждого использования ультимативной способности. Да, и можно еще эмоции поменять облик. Но там нужно на месте стоять, типа он поменяет. Смотри. Блин. Да я уже не в бою. Вот. Понял. Вот это я покемон, да? Ё-моё, играю покемоном. Домой. Мне главное было Кали убить. Ой, Кали, эту. На самом деле Артемида сейчас будет жесткая. Хорошо, что мы ее так поймали. Был же он где-то там сзади. Покемонов своя моба скоро. Да блин, чекайте группы ВК, ребят. Я туда кучу инфы выкладываю. И трейлер новой мобы по покемонам я тоже выложил. И даже отписался, что очень ее хочу попробовать. Вот. Ты заберешь. Ну ладно, давай. Блин, Танатос нормальный, кстати. У них Танатос хороший. А чё за Сильванусом-то не пошли? Где посмотреть? У меня в ВК можете трейлер посмотреть новые мобы. Это новая моба, она очень на Лигу Легенд похожа. И там покемоны. И это покемоны, чтоб вы понимали. А, хорошо. Это урон, я понимаю. Да, да, Глиттер, да, 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 да. Да, на Лигу Легенд. Но визуально мне показалось, что это как Лига Легенд. Господи, мы их давим. Зачем я вор туда поставил? Даже с учетом того, что у них ФГ. Да я, паси. Ну зря в танка, конечно. А где? Нет. Блин, я не попал. Какой дурак. Шаурюкин.
Я умру. 16 хп. Ай. Здорово, Круш, здорово. Я хорошо, ребят, я хорошо. Как обычно все, стрим идет, вы на месте, я на месте, вы в чате, все хорошо. Ютуб сегодня мега активный, Твич проигрывает сегодня Ютубу явно по сообщениям. Ютуб, спасибо, лайков немного, но сообщений очень много. Спасибо, ребят, спасибо. Скинь коды. Так я же уже кидал. Сейчас еще скину после этой катки. Потом после Валоранта еще скину. Ну или во время Валоранта скину. Как кайф будет. Пуш, братик. Пуш. Ты можешь спушить. Ты его можешь убить, кстати. Давай. Я не знаю, на что она будет, Крабзи. Но, наверное, да. Зря не допушил он. А, ну там Танатос еще вернулся. Че Кали стоит? Я вот Эмира зря, наверное, замьютил, и мир нормальный оказался. Спамил много, правда. Он убьет его, да? Да. Все, уже такой период в катке сейчас, то что Танатос просто не вывозит. По покемонам на Switch и мобилы? Нет. Вроде нет. Нет. Не расстраивай меня, ё-моё. Блин, плохо. Зря он подрался, конечно. Вот сейчас, но их слишком много было. А, так ты не знаешь, ты просто думаешь. Так. Я думал, у тебя есть инфа инсайдерская какая-то. Я очень хочу попробовать покемонов, ё-моё. Моба с покемонами, это идеально будет. Это как я когда-то играл в этот Warcraft 3, и моды были Наруто. Ой, это такой кайф. Моды Наруто на Warcraft 3 это вообще пушка. Ты его зря душишь. Это тики, я понимаю, ё-моё. Где-то здесь шорт, вон он. Ловите его, просто изничтожьте его нахер. Блин, что это было? А как он выжил? Он что, Егус? А Егус нажал, но и он убил. Моды Наруто на Warcraft 3, да. Я играл в Доту. Это была Дота первая, то есть по Варкрафту третьему. Дота первая по Варкрафту третьему с модами на Наруто. То есть там все персонажи были из Наруто. Всякие Саски и всякие Наруты там. Девятихвостые лисы там и всякая такая. Блин, это печально. Ну и пофиг, я в мобильную поиграю, пофиг вообще. Ой, как плохо. Все было так хорошо в катке, а теперь все так плохо в катке. Господи, а что делать? Вообще хз, что взять такого? Ой, брат, отрабатываю. Ой, отрабатываю, хорошо. Ну подождите, у меня есть Nintendo Switch. Хотя я, наверное, на своем не смогу играть. Я вчера экзамен на права сдал, правда, получу только 18 числа из-за того, что в ГИБДД очереди. Да неважно, главное сдал, я тебя поздравляю, это круто. Права это круто. Аниме, ну я любил тогда Наруто смотреть. Но я, правда, 100 с чем-то серий только видел и все. Больше не видел. Не фанат Наруто. Но первые 100 серий имба. Как же мне жарко под лампами сидеть, вы бы знали, чат. Так, ладно, нам нужно как-то сгруппироваться, чтобы победить. Мы не можем победить, ё-моё. Чё надо? Давай, братик, побьем вот этого с тобой вдвоем. Я понимаю. Мне так нравится его сдувать. Вообще всех сдувать нравится. Ну, типа ультой. Это ж такая имба вообще жесткая.
Здорово, Влад. Да, настроение хорошее. Да не могу я терпеть, Роман, я же старый стример, сижу бесплатно, блин, для вас, играю за Кукулькана, выигрываю тут. А ты-то на работе работаешь за денежку, а я сижу и библ, вон, видишь, иногда наяриваю. Посмотрел 20 серий Fairy. Я Fairy Tail штук 30, наверное, посмотрел первых. Что-то сначала так зацепило, типа, думаю, блин, такая забавная, ну, такая забавная анимешка. А потом что-то остыл быстро. Блин, можно мне много ММР за то, что я много урона нанесу? Потому что я знаю, что я много нанесу. Падла, блин. Ну мы не можем. Ну мы можем или не можем? Я не понимаю. Короче. Они не заходят, чат, я не знаю. Типа, лол, я что должен сделать? А так аниме я много видел разных, типа всякие стальные алхимики, Хельсинг мне очень понравился, Тетрадь смерти очень понравился, Паразит очень понравился из анимешек. Прям вообще. Гайвер вообще одно из любимых, наверное. Евангелион один из любимых. Это прям мои топы, так сказать. Домой. Я их шотаю, ё-моё. Я его шотну, если надо. И ее шотну, если надо будет. Можем всех шотнуть. Ну пожалуйста. Твою мать. Я не знаю, они не хотят атаковать. Как их пробить-то, я не понимаю. Хорош. Кали, пожалуйста. Хорош. Хорош, и лево спушили. Наконец-то. Вот что-то сделали. Кайф вообще. Да, только мид некому танчить. Что я миссаю-то? Да и отстань. Ну блин, я мог бы полинамиконом сейчас добить. Попал? Попал! Ой, я что-то. Я сегодня идеальный кукулькан. Я миссаю много, но почти все мои атаки смертельные вообще. Здорово, здорово. Очень жестко, очень жестко. Давай по новой, Миша, все хуйня. Да в смысле по новой? Ты посмотри, что я делаю, дядь. Ну такого вообще никогда не было, наверное. 18-5, ё-моё. Идеальный кукулькан просто. Не миссаю. Все вообще, вот все атаки, все ульты, все ветерки. Ну 80% вообще идеально заходят. Не, ну я помиссил много в начале, да. Под Кратоса покраситься? Не. Да слушай, на самом деле у них просто, они, ну, им не хватает их отхила, чтобы хоть что-то сделать. Я могу типа дивайн собрать, я уже думал, но я решил взять книжку с щитом, потому что я очень много впереди стою, к сожалению, моему. Поле боя меняется, а дерьмище одно и то же. Ой, я думал, меня притягивает. Они, видишь, они не идут, типа, и я не могу ничего из этого сделать. Мне, типа, приходится агрессировать, типа, вот таким вот образом. Вон, видишь, они как проседают по ХП? Я не знаю. Блин. Кого-то он мне напоминает. Ой-ой-ой, как же много урона. Да сука! И мы не допушили. И мы не допушили, чтобы вы понимали. Сейчас Кали всех убьет херам. А, плохо. Титана бьют, титан падает, не вздумайте пушить.
Блин, ну давай антихил, у меня просто щит. Мы подошли из-за щит угла. Как бы больше в приоритете, конечно, не знаю. Девяносто четыре лайка. Вот сейчас хорош чат. У нас средняя соточка, хотя три стрима было 150. Ну нормас. На работу не охот. Романович, кто будет работать? Кто будет старому донатить иногда? А, он не стакается. А у тебя такой же, да? Я даже не посмотрел. У тебя дивайн тоже, да? А, у тебя тоже дивайн. Не, ребята, у него дивайн. Вот кто, Романович? Кто будет вот так вот, ну, настакивать как бы донаты периодически? А нам кто будет? Вот, видишь, волхачанин, кто-то работает, кто-то стример. Кто-то стример сидит под лампами, портит себе зрение. Блин, красный мой забирают. Лайки нужно топить, ребят. Ща я банки съем. Ой, сколько у меня урона будет. Ой, сколько урона будет. Чё? Я думаю, они просто столько не видели еще в этой игре. Но стриминг это тоже работает. Да, но обычно за работу платят. Не, я шучу, ребят. 1076. Пожалуйста, скажите, что тут красный лежит, пожалуйста. Давай, Романович, хорошая, легкая работа тебе делать. Хорошая смена. Блин. Ну, Рома, и... Ой-ой-ой, полиномикон зашел. Вы видели? Убейте, алло. Че, угораете, что ли? Вы видели полиномикон? Вы видели полиномикон? Урон с полиномикона. Я ему все хп снес одним ударом, чтобы вы понимали. Опять нитхи. Мы не можем. Я не знаю, у нас то ли не хватает фронтлайнеров. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же хорошо. Ну все, нужно атаковать. Она без ульты. Ой-о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 й
я вечно тащу. Хорошо. Все, атака, атака Титана. Да не уводите Титана. Ну ладно, и так закончим, и так закончим. Ууу, жаркая катка, потная катка, 18.6, достойная лайка и комментария. Я, наверное, так когда-нибудь смогу ММР поднять. Ууу, жарко было. И в прямом, и в переносном смысле, кстати.